Здравствуйте, дорогие друзья, и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я хочу поделиться с вами очень эффективным рецептом маски от мимических морщин вокруг глаз. Эта маска подойдет тем, кому нужно срочно восстановить нежную и тонкую кожу, так как эта маска обладает интенсивным действием. Также эта маска разглаживает и смягчает кожу. А еще она быстро помогает убрать сухость кожи и помогает осветлить темные круги под глазами. И для приготовления омолаживающей маски для глаз нужно смешать одну горошину крема Бора Плюс. У меня здесь зеленая версия с довольно интенсивным травяным ароматом, но еще есть фиолетовая версия без запаха. Она как раз подойдет тем, кто очень чувствительно реагирует на сильные отдушки. К порции крема добавляем 2 капли витамина А и 2 капли витамина Е. Все тщательно перемешиваем, чтобы крем и витамины объединились. И, кстати, удобнее всего это делать прямо в ладошке пальчиком. И потом наносим крем с витаминами на зону вокруг глаз, отступая от ресничного края на несколько миллиметров. И мне очень нравится наносить эту смесь постукивающими движениями, чтобы улучшить кровообращение и усилить проникновение полезных веществ в ткани. И смывать такую маску не нужно, поэтому я обычно наношу ее после вечернего ухода в качестве завершающей процедуры. И оставляю ее на коже до утра. Только перед сном я промакиваю излишки крема бумажной салфеткой. И делать такую ночную маску достаточно 1-2 раза в неделю. А перед первым применением смеси, пожалуйста, не забудьте сделать тест на аллергическую реакцию на сгибе локтя.